Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Как говорится, легкая серия перед моим сном. Ну что, начнем? Начнем. Только что надо кликнуть сюда. На столичном пике есть все необходимое: горячий источник, удобное жилье и столичная ратуша. Чем мощнее будет столичная ратуша, тем больше районов можно будет открыть и застроить. В каждом районе свои здания и ландшафт. Все они помогают делать твою столицу сильнее. Но все же здесь мне нравится больше всего. Может, пойдешь и построишь? Чем помочь? Чем помочь? Я не знаю, старик, чем помочь. Есть куда стремиться. Давай проведем улучшение. Давай. Здание в столице улучшается всем кланам. Каждый участник может внести вклад, пожертвовав золото столицы. Когда пожертвований будет достаточно, здание улучшится. А вот я, в отличие от некоторых, улучшаю все одним взмахом молота. Да ладно, старичок. Ну и что? Внести вклад. У меня есть, есть. Я внесу вклад, ребят. Соточку. В наше, как говорится, общее дело. Так, ну и что? Что он мне тут показывает? Большой лес восстановить. Набор украшений, восстановите склад, восстановите, чтобы переместить или отправить на склад. Столичный ратуш второго уровня требует для начала установления. Чего? Нужно улучшить до второго уровня ратушу. Но мы ее заколебаемся, ребят, наверное, улучшать, хотя... Так, что тут? Дом, это мой домик, ё-моё. Твой дом вдали от родной деревни, вид отсюда просто потрясающий. Пока что здесь все в коричневой гамме, и я решил, что это твой любимый цвет. Но если тебе не нравится, ты можешь изменить все на свое усмотрение. Чем больше золота столицы будешь жертвовать, тем больше возможностей станет тебе доступно. Да и фиг с ним, пускай будет такая хибара. Че я? Выпендрежник, что ли, какой-то? Так, и по итогу, что мне здесь делать? Сюда. Слушай, ну по идее, если мы копьемет можем улучшать, да, воздушная оборона, значит, по идее, сюда будут нападать? Судя-то по всему. А вдруг не будут? А улучшение тоже у нас. Блин, нужно ратушу улучшать. Пока мы ее не улучшим, я ничегошеньки здесь сделать не могу. Он бегает, старичок. Дом паршивца сделал какой-то. Хотя я не один такой, это кто такой? Вата. Дом игрока деревни. Серьезно? Это так чувака звать? Деревня, блин. Тики, ночной страж, Александр, дракон, Вива, Серега, Эминем Фан, Нудр, Пираний, Святов, Милашка, Ванек, Мармок, Сашка, Орион, Про, Думчик, Игроман, Кек. Ну, Кек тут, конечно, себе хибарку-то отстроил, это будет здоров, ё-моё. Санька Про, Матвеюшка, Эрон Блэк, Тимурка Бугор, Трип Один какой-то там, Мистер Джозеф, Леви, Зурган, Факинг Шостер, Костя, Заолдов, Бучелати, Фау Снайпер. Ну, он как-то интересно. Так, это... Ладно, ребят, я так понимаю, это просто, ну, просто вот наша вот деревушка. Какая стена, я вообще-то в чат хотел пожертвовать. Так, Вива только вступил в клан, уже хибарку себе тут отчекрыжил, а ты посмотри. Где он у нас? Вот он, ты посмотри, блин. Поставил-то еще куда? Я тоже могу переместить. Ну, я буду здесь в уголочке скромно сидеть в уголочке. Так, что здесь у нас вообще такое? У нас только столичный... А, вот тут долина колдунов. Но это нужно ратуша третьего уровня. Лагерь варваров. Гласный строитель прислал эту кузницу и сказал, что она может... поможет делами в столице. Каждый день она будет производить немного золота столицы. Чтобы собрать его, нужно нажать здесь. Мы попросили объяснить его, как все работает, но он сказал, что мы все равно не поймем.
Так, погоди секундочку. Это случайно не те монеты, которые нам нужны? Установить приоритет. Да заколебаемся мы тут копить 50 тысяч этих монет. Хотя, если все ребятульки скинутся по копеечке, то, наверное, будет довольно быстро. Драконьи утесы. Ну, это, я так понимаю, все будет открываться. Ратуша 7, 5, 9, 8. А дальше мы посмотрим, что там будет делаться. А я полетел пока домой. Что тут у нас? Все тихо, все спокойно. Денег нет, но удержитесь, да? Я так и понял. Может, боевку провести? А нафига... А, у меня один строитель есть свободный. Ну, давай подумаем, что можно нам улучшить. Я бы, наверное, все-таки улучшил бы лагеря. 1,5 ляма надо. 1,5 ляма. Интересно, где брать звездную руду? Сияющую руду. А вообще, где ту руду? Это, наверное, в нашем том поселке будет все. Со временем развиваться, я так понимаю. Так, ну здесь у меня строителей нету, поэтому я думаю, что мне тут копить ману или еще что-либо смысла нет. Хотя, нет, не буду. Бой потом проведу этот. Все будет отлично. Забор, конечно, надо улучшить, но это, ребят, трындец какой-то. Суммы такие неимоверные. 510 тысяч. У меня вообще сколько? У меня 1 150 000. Да и толку-то от этого забора, если честно. Короче, здесь тоже, блин, делать мне пока нечего. Приготовить. Это у нас хил, насколько я помню, да? Хилит войска. Кстати, для великана это будет самое то. На мой счет. Ну что, пойдем, фиг с ним. Подбор. О. Так, сможем ли мы... Хренушки, мы там ее сможем сделать. Великанов вызывать. Пробить стену. Так. Ну ты понял, да? Слушай, честно говоря, я думал, что великаны бомбят только лишь... Нет, смотри, они бегут на меня, а? Вот титьки тараканьи. Титьки тараканьи. Бедные маги там, блин. Да ладно, все что ли? Фью, я думал, что он тут посопротивляется хотя бы немножко, но нет. Ать, мага одного прижучили все-таки. Прижучили. На бомбочке взорвался. Так, я по времени успею, там ничего в углах нету? Нету. Ну и прекрасно. 100%, друзья мои. И еще плюс за 7 звездочек. Или сколько там звездочек мы с тобой получаем. И хрена мы не получаем, оно уже, наверное, здесь. Уже, наверное, тут лежит. Так, ну, допустим, я хочу лагерь. Сколько он, блин, 1,5 ляма стоит улучшение лагеря. А исследование что-нибудь можно? Мне интересует другой вопрос. Вот что мне дает улучшение? Исследование, ну, улучшить, если что он там дает. Фиг его знает. Так. Все, ё-моё, я уже забыл, где у меня казармы, блин. Тренировать войска. Так, вот сделаем. То есть все войска у меня опять пока накрылись метафазом. 3 звезды, блин. Война окончена. Так, победа 110 на 44. Так, давай искать войну следующую. Кто будет участвовать? Серега. Ночной страж.
эти ребята не участвуют. Почему-то я не знаю, почему они сказали нет, мы не хотим. Бучалати возьмем. Ну и, наверное, Актиму. Все, пускай ищет. Пускай ищет. А как это интересно, сюда один трупик попал. Непонятно. Так, мне надо что-то сделать, друзья. Что-то поставить на улучшение. Что-то такое долгоиграющее. Лежит. Ой, господи. Да что ты, Рэй, совсем припух, что ли? Задохал тут. Миллион эликсира у меня. Максимально 970. Да мне кажется, надо эликсирку, наверное, улучшать. Вот это вот. 8 часов. Тут 2 часа будет улучшаться. Тут еще 6 часов. Да что ты задохал, как старик, пердун какой-то. Так, что у меня там по армии? Да, армии нет, нифига, она там пока сделается. Ой, как же она будет долго конопатиться. Очень долго. А этот будет 10 часов, ребята, улучшать эту, блин, дробильщицу. 10 часов будет улучшать. Пойдем, наверное, на одну войнушку сходим какую-нибудь. Посмотрим. Может, что выгорит. Так, что тут у него? Пушка, ватрушка. Прикрыл свои задки, да, так сказать. Ну что, попробуем? Ай-яй-яй-яй, опа. Опа. Катапульт-то натыкал. Катапульт-то натыкал, а? Сырль Соломонович. Вот эта херовина его подобьет. Это, эй, викинг бежит. Ну куда ты бежишь, ну засрань. Сейчас тебя грохну. Ну хотя бы одну звезду получил. Ну, это уже, ребят, что-то. А эта фигня его законопатит. Понятно. Ну что там у нас? 145 тысяч монет, 145 тысяч элика. Исследовать я пока не могу. В 12 часов будет, блин, жиробас этот прокачиваться. Полусиний, полузеленый. Тут 57 минут еще на откате, блин. Ну, как-то так, ребят, получается. Блин, мне все-таки интересно, что тут? Установить приоритет. Ну, давай, наверное, установим приоритет на домик. 3 онлайна. Парвет. Парвет, блин. Ну да, конечно. Порвет меня, если что-то не так будет. Пожертвовать. Ура, столица сюда. Так, время ожидания пожертвования 15 минут. Дополнительное место сокровища 10%. Клан достиг второго уровня. Открытые привилегии. Время ожидания пожертвования войск 15 минут. А раньше сколько было? А раньше сколько было, непонятно. Слушай, ну а зачем, ну вот, например... Урон секунду, бросает огромную... Это понятно, но если, ребята, это улучшается, значит, все-таки будет нападение? Или это так, для красоты сделано? Ребят, в комментариях напишите мне. Так, а вот это что такое? Столичные лиги. А, ну все-таки, если есть столичные лиги, значит, битва лиг будет. Получается так, опыт клана 0, опыт клана 25. Как этот опыт... Я не знаю, растет, может быть, с улучшением развития нашей деревни. Ага. Смотри, как красиво сделано. Великан. Гнездо тут свили. С ключом с каким-то стоит. Ну, я так понимаю, это, наверное, для красоты. Ну, тут типа рынок, да? А почему так тихо? Почему так тухло? Тут какой-то, не пойму.
Кто это там, типа, какой-то робот паровой. Кристаллы. Мне это чем-то напоминает Драконы Всадники Олуха. Вот так вот карта. А почему так тихо? Это, наверное, со временем, когда твоя деревня будет развиваться хорошо, тут уже будет какая-то движуха, потому что, ну, рынок пустует. Монументы эти неактивные. Это, наверное, кстати, монументы открываются, когда ты будешь там улучшать эти лагерь варваров там и прочее, 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 скорее всего. Опять же, ребят, мои догадки. Я думаю, что сейчас нет смысла мне на кого-то нападать. Зарабатывать ману, деньги, чтобы тебя потом обворовали при первой возможности. Нет, друзья, не буду я ничего делать пока. И, наверное, будем уже на сегодня закругляться, потому что... Ну, ребят, она игра вот такая, неспешная. По 5-6 часов, это минимум, там потом по неделям будет. Так что зашел, проверил, построил, ушел. Поэтому как бы серий тут по этой игре много не сделаешь. Понимаешь, да? Вот. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.